Здравствуйте, я художник Павел Отделинов. Я работаю в разных медиа, но преимущественно в живописи. Меня интересуют такие темы, которые, может быть, самые непрезентабельные, и которые связаны с тем, что, может быть, не очень хотелось бы видеть вокруг или рядом. Мусор, промзоны, пустыри, какие-то окраины. Мне интересно найти какое-то содержание в том, что как будто бы его лишено. Найти смыслы в тех вещах, которые кажутся бессмысленными. Посмотреть на то, что связано с нашим повседневным, и увидеть это немножко со стороны. Найти точку зрения для того, чтобы посмотреть на привычные вещи. Можно сказать, что это такой творческий кредо. Желательно, чтобы в мастерской было не слишком много вещей. Но первое, что мне необходимо, это простор, пространство, воздух, немного воды, свет. Света работать невозможно, при этом не обязательно, чтобы он был дневной, просто он должен быть нормальной цветовой температуры и раскрывать возможности цвета. Это должен быть профессиональный свет. Что касается каких-то дополнительных вещей, то как можно меньше того, что может отвлечь. Сейчас я работаю над проектом «Русское нигде». Это его рабочее название. Я обратил внимание, что в последние лет 5, может быть, немного больше, в пабликах в интернете появилось очень много фотографий, сделанных самими участниками, фотографии окраинных мест, мест, где они живут, панелек, каких-то гаражей. И мне кажется, что это очень интересный феномен нашего времени, осознание вот этого своего места пребывания. И это осознание, оно связано с юмором, связано с тем, что нужно как-то осмыслить вот это свое место, осмыслить, каким оно является, осмыслить эстетически в том числе. Для того, чтобы найти эти или такие же места, я не буду пользоваться этими фотографиями, потому что в них есть такой субъективный момент выбора такого места, субъективный момент использования фотофильтров. Мне хочется этого максимально избежать, поэтому я пользуюсь самым, может быть, отстраненным от такого субъективированного подхода изображением. Это изображение, сделанное камерами Google Street View и Яндекс Панорама, которые можно найти в интернете. Я им пользуюсь для того, чтобы увидеть вот такие же места с некой дистанции. Это места, в которых я никогда не был и которые, наверное, сейчас уже выглядят по-другому, но почему-то вот мы можем их идентифицировать, эти места, как не места, как некое нигде. Я думаю, что подробнее о моем проекте я смогу сказать уже ближе к запланированной выставке. Пока я ограничусь таким немножко сумбурным описанием. Пусть это будет такой небольшой спойлер моей будущей выставки.